Важнейшая часть недели – это выходные, и важно провести их не только с умом, но и с пользой. Прямо сейчас о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. Театр танца «Скрим» приглашает мальчишек и девчонок на удивительный хореографический спектакль «В долине маленького счастья». Можете взять с собой родителей. Добрая и трогательная история о мумитроллях, их жизни и приключениях в исполнении танцевального коллектива Эльвиры Первовой. Спектакль можно будет посмотреть на сцене «Звезды» 17 ноября в субботу в 14:00 и в 17:00. В воскресенье 18 ноября музей Эльдара Рязанова приглашает отметить день рождения всеми любимого режиссера в доме, где он родился. В 2018 году Эльдару Александровичу исполнился бы 91 год. Итак, вас ждет музейный квест по мотивам известных фильмов. Также пройдет акция «День дарения». Сотрудники музея предлагают горожанам передать в дар предметы советской эпохи. В будущем они будут представлены в новой музейной экспозиции. Всех гостей в этот день ожидает музыкальный презент и приятный бонус для тех, кто родился также 18 ноября. Бесплатный вход. 18 ноября музей Эльдара Рязанова открыт с 10 до 18 часов по адресу улица Фрунзе, 120. Самарцев приглашают присоединиться к международной акции, приуроченной ко Всемирному дню недоношенных детей. Он отмечается 17 ноября. В этот день во многих странах мира с наступлением темноты самые известные архитектурные здания подсвечиваются фиолетовым цветом, символизирующим надежду, сострадание и желание помочь другим. В этом году в Самаре будет организована подсветка музейно-выставочного центра «Самара Космическая», подсветка ракетоносителя «Союз», расположенная на фасаде здания, и кафе «Белая чашка» особняка Курлиной, подсветка арт-объектов на территории кафе. В музее Алабино открылись сразу две новые выставки «Мир динозавров» и «Мультиленд». «Мир динозавров» – это выставка больших движущихся фигур древних ящеров, которые щелкают зубами и даже дышат по звуке диких джунглей и пения цикад. Выставка «Мультиленд» – фантазийный мир с ожившими персонажами популярных мультфильмов и сказок. Маленьких посетителей и их родителей ждет встреча с львенком и черепахой, крокодилом Геной и чебурашкой, миньонами и смешариками. Дети до 4 лет на выставке проходят бесплатно. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения.